сейчас первый раз в жизни я буду заезжать на паром, переправляться по Рейну. Что я вам скажу? На той стороне. Так, стоит это удовольствие 4 евро. Судя тому, что я засекала, будет плыть минут 10. Хочу показать, как все это выглядит. Кстати, на Рейне очень много ходят барж. И вот когда был карантин, они очень редко ходили. Потом у нас было наводнение, Рейн поднялся на там 11-12 метров. В общем, баржи не плавали очень долгое время. Потом, когда они стали плавать, они практически, вот казалось, что они идут просто по городу практически, потому что вода была так высоко. Ну вот, мы и трогаемся. Трафика нет в эту сторону. Баржа была проплыла, в эту уже нет. Кстати, мы стоим на открытом воздухе, но уже подошла ко мне сотрудница и сказала нацепить намордник этот. Сейчас мы посмотрим, сколько это занимает по времени. Эта вот сторона, сейчас покажу вам. Это Бад Гонеф. А сейчас вот мы плывем на другую сторону. В Германии куда-то пойти, но часто работают только кафе и все. Посмотрите, люди отдыхают, вынесли свои кресла, отдыхают. Мы уже начинаем через 1 минуту 47 секунд парковаться. Так, я, наверное, пойду в машину. Вот мы и приплыли. Вот мы и паркуемся. Арт-музеем какой-то. Я думала, что издалека виднелась арт, а это арт. Вот через сколько у нас получается? Ровно 2 минуты. Это было не так страшно.